Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами Герман, вы на канале Акамарачи. И сейчас я бы хотел бы вам рассказать, как наловить рыбу в лабораторию линь, а также если вдруг вы выполняете квестик, выловить линь весов. Не помню у кого он берется. Егерь Васильевич, вот написано. Так, надо вам приехать на базу Сапшо и пойти на локацию между островами. Здесь вам нужно взять снасть. Все это напишу на экране, поэтому, то есть как бы все это будет видно. Вам нужно будет, так, снасть нафиг. Единственное, что вам нужно, если у вас есть удочки на 40 кг, вам их хватит. Вот. Наживка должна быть э, этот раковая шейка где она тут у меня? Сейчас, сейчас покажу ее. Вот раковая шеечка. Цепляете, кидаете под ноги, но глубина 250 сантиметров. Желательно донки. Если нет донок, если вдруг нет, показываю. Вы берете, то есть 250, закидываете сюда, грубо говоря, эту удочку и ставите 200. А, там же у нас на удочке. Так, так, сейчас. Ставите 251 сантиметр, вот сейчас я на своем примере показываю. Вот 251. И закидывайте вот так вот. Вот, чтобы... А, так. Значит, тут поболя. Значит, тут поболя. Просто шехолот на 250 показываю. Значит, выравниваем, насколько это возможно. Вот. Вот когда поплавок вот так вот становится, все, можно уже ловить. И советую именно ловить так, если у вас нету донок. Лень, как видите, у меня практически я выполнил этот квест. В лаборатории я его тоже по фулу закрыл у себя. Просто сейчас мне уже немного лень его ловить. Я сейчас переключился на, на другое, на другую рыбу. Ловлю пиявку сейчас, а то есть линя именно я, получается, в, лаб, в лабу закрыла. Просто для квеста мне немного лень его делать. Ну, я непременно займусь, доделаю квест, потому что сюда я потом приду орфу долавливать, надо еще карпа долавливать. То есть все будем, я буду все показывать, как то есть я иду по лабе, и какие рыбы я ловлю, и где лучше, где актуально, я буду все это рассказывать. И, то есть, когда, естественно, видео выходит, если вы это видео уже смотрите и прошло там 5 лет, допустим, то, естественно, может быть, оно уже будет не актуально, может быть, какие-то будут другие места актуальны, другие наживки, поэтому вы всегда смотрите на дату выхода видео. Поэтому всем огромное спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, с вами был Герман, вы на канале были Акамарачи, и до скорых встреч, пока-пока!